Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 29 апреля 2021 года. На улице 10 градусов тепла. В теплице почти 40. Пекло ужасное. Иду с вами посадить ревень. Не знаю, как правильно. На рассаду сеяла я в феврале месяце. Опекировала я его в марте. Так, оставила два таких вот листочка, остальные все оборвала. Выросло у меня всего два кустика. 17 марта я пикировала. Вот такой красавчик, Виктория, победа. Красота. Каждый год пытаюсь вырастить. Или медведка съест, или куры у меня уничтожат. В этом году буду обязательно беречь раннеспелое многолетнее растение. На 36-й день дает черешки. Это если уже оно укоренилось хорошо и год просидело. В этом году, думаю, к осени попробуем. Масса черешка 25-80 грамм. Убирается многократно. Ну вот, было 0,3 грамма, всего вырастило 2 кустика. С него можно делать компоты, кушать и так. Ну, попробуем, что-нибудь сделаем. Попробуем заморозить. Зима, как говорится, все поест. Так, вырыла вот такую вот я яму, пролила хорошо водой. И постараюсь аккуратненько его вытащить. Видите, как корешочки пошли расти. Ему уже тесно. Бедненькому, но аккуратненько поставить. День не было ветра, сейчас ветер разбушевался. Пришлось подсыпать немножко земли, потому что было сильно глубоко. Ну, сейчас хорошо его я засыплю землей. Вот так я его посадила хорошо, сейчас полью. Вот, целый литр вылила. Хотела контейнером закрыть, передумала, накрою ведром, потому что поднялся ветер. И присыплю землей, чтобы не сдуло контейнер. А завтра, если будет днем очень жарко, я аккуратненько сниму. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Посадили с вами ревень, Виктория. Заходите в гости, как всегда, буду очень рада. Пойду закрывать теплицу и ухожу с огорода уже 4 часа дня или вечера, не знаю, как правильно выразиться. Пока!